У микрофона Алексей Козлов. Я продолжаю свои рассказы о выдающихся музыкантах. Сегодня речь пойдет об исполнителе на арфе. Его зовут Андреас Фоленвайдер. Мы послушаем с вами фрагменты альбома, который называется «Космополи». Он вышел в 1999 году. Сейчас прозвучит пьеса, которая называется «Утренняя поэма». В ней принимает участие Карлос Нуньес, исполнитель на различных экзотических флейтах, таких как окарина или ирландская флейта. А сам Карлос Нуньес родом из Испании. Сейчас вы услышите композицию, которая называется «Элле Челло». В ней принимает участие уникальный вокалист по имени Бобби Макферрин. А сам Андреас Фоленвайдер играет здесь на какой-то особой китайской арфе. Olala ye le ye bo o o o o o Прозвучит голос замечательного человека. Его зовут Абдулла Ибрагим. Он не только певец и композитор. Кроме того, он известный политический деятель, борец с апартеидом в Южноафриканской республике. Субтитры создавал DimaTorzok.
В следующей композиции прозвучит голос очень популярной американской певицы, которую зовут Карли Саймон. Композиции, которая прозвучит сейчас вместе с Андреасом Фолленвайдером, играет замечательный тромбонист, авангардист, джазмен, которого зовут Рэй Андерсон. Thank you.
И в заключении вы услышите пьесу, где вместе с Андреасом Фаленвайдером прозвучит голос очень популярного бразильского певца, композитора, которого зовут Милтон Насименто. Trouxe e para sempre ficou.